Это микро FPV-машинка. Сверху есть камера, картинку видно в FPV-шлеме и управляется она с помощью вот такого пульта. Наконец-то наша трасса готова. Можем начинать гонку. Я потратил не один час, чтобы ее сделать. Очень крутая игрушка. Моя мечта в детстве. Помню, когда я смотрел «Один дома 3», там была машинка на пульте управления с камерой. И это было что-то невозможное. У меня в детстве даже не было обычной машинки на пульте управления, а здесь с камерой. Мечты становятся реальностью, хоть и с опозданием на 25 лет. Да, «Один дома 3» вышел 25 лет назад. Смотри, Дорис! Технологии не стоят на месте, машинка очень маленькая. И если взять FPV-дрон, он очень шумный. А на машинке можно незаметно, бесшумно куда-то подъехать и, например, как в «Один дома», наблюдать за происходящим. Или погоняться за котом. Но я думаю, самое интересное — это купить несколько таких машинок, построить трек и с друзьями устроить гонки. Есть передний и задний ход. Поворачивает она с помощью колесика. Заряжать машинку можно с помощью пульта, через специальный коннектор, USB Type-C, подключаем, и все, машинка теперь заряжается. Эту игрушку выпускает компания Diatone, одна из передовых компаний, которая выпускает FPV-дроны, и называется машинка JustAir Q25. Ссылка на нее будет в описании. Вообще кайф. Вот это отвал. Чувствуешь себя муравьем? Да. Надя, не наступи. Разворот полицейский. О, нормально. Вот это человек управляет. Видно, детство зря не прошло. Это я работал на игрушках. В магазине игрушек работал? Да. Мне кажется, если бы много машинок таких было, вот по треку гонять на перегонке. Ну, ему можно и дома сделать какие-то там, расставить, не знаю, взять пластиковый стакан, вырезать в нем дно, чтобы он как через туннель проехал, там все это. Дома целый трек соорудить можно. Да. Но она как металлическая, сильно не повреждается, да, или повреждается? Ну, не должна, металлическая. Как в детстве были игрушки такие, знаешь? Вообще огонь. Помнишь, маленькие такие машинки были, но они ездить не умели? Да. Вот они такого, она такого же размера, да? Ну да. Блин, так и она настолько безопасная, мне кажется, даже ребенок 5 лет может там ей пользоваться, 6 там. Вот если FPV на FPV-дроне хочешь полетать, то, наверное, начинает с такой машинки. Но все равно, на машинке проще. То есть, образно говоря, это даже я когда между ног подруливал, ее резко вот так дергаешь, он там чуть-чуть как бы виляет и все. А ну, на FPV так же не сделаешь, на FPV там вообще огнище, реально крутая штука. Всем моим друзьям здесь очень понравилось ездить на этой машинке. Поэтому эта игрушка для любого возраста. Но я думаю, больше всех будут рады дети. Поэтому это идеальный подарок. Я думаю, о такой игрушке мечтает каждый ребенок. Авария! В детстве у соседа была машинка, понял, на проводке которая. Так он был самым крутым чуваком на улице. С помощью пульта можно менять цвет подсветки. Также включать и выключать фары. А когда сдаешь назад, включаются задние фары. Класс. В шлем вставляется флешка и можно записывать видео. И также, я думаю, сюда легко можно прицепить Insta 360 Go 2. Миниатюрная камера, которая будет записывать видео. Но у меня сейчас этой камеры нет, чтобы проверить. Крутяк. Мне кажется, я эту трассу оставлю. Я не думал, что на такой машинке можно будет так прикольно погонять. Если бы еще вторую машинку, с кем-то погоняться на перегонки, это вообще очень крутая тема.
Управление очень приятное. То есть я без проблем могу контролировать каждый поворот. Заходил недавно сосед, говорит, да ты в жизни здесь не проедешь, слишком узкие дорожки. Я не то что проезжаю, я вообще без проблем, даже почти не врезаюсь. Только если набираю большую скорость, могу врезаться. А здесь еще и плитка, машинку очень заносит на плитке. Можно газку подбавить. Врезался. Телефон упал. Весь комплект стоит $138. Это шлем, пульт, машинка. Также, если у вас есть аналоговый FPV-дрон, аналоговый шлем, например, от Cetus, тогда вам нужен комплект без шлема. Он стоит $78. Так, у нас новый пилот. Ну что, у тебя получается? А тут очень засветил. У меня свет этот голубой твой засветил. Ну ничего, привыкай. Разные препятствия. Да. Кажется, кто-то выехал с трассы. У меня пропала картинка. Еще я сломал свой любимый микрофон. Я попытался его разобрать и сломал еще больше. Поэтому это видео я записываю на микрофон от DJI. Напишите в комментариях, как вам звук